Коля 70 юных майстроў пінг-понга сабрала ў Магілёве рэспубліканская спартакіяда па настольным тэнісе. Лепшых вызначаюць у асабістым першынстве, парным і змешаных турнірах. За спаборніцтвамі назіралі і нашыя корэспандэнты. Ближайшая змена национальной команды Беларуси. Праз некалькі гадоў мацнейшие теннисисты гэтага ўзросту будуць претендовать на уключение у сборную краіны. На цяперашній спартакіадзе сярод потенційних медалістаў магілёўчанка Дар'я Кісель. Наша теннисистка пакуль ва ўсіх сустрэчах святкавала перамогу. Домашние стены, конечно, всегда помогают. Дома хорошо, уютно. А из спаррингов больше всех запомнилась мне Арина Лукомская, потому что с ней старалась больше атаковать, и это так и получалось. Свой признанный фаворит есть и у хлопцев. Рыгор Кунац Гродна у Могилёве не ведая проигрышу. Ну, есть соперники, да, с кем поиграть можно. Тоже есть уровень. Можно проиграть, выиграть всегда. Тоже с Гродно мальчик. Проигрывал, ну, можно сказать, на равных играл с ним, проигрывал, выигрывал. Но сейчас чуть-чуть сильнее. И какие-то непредсказуемые результаты могут быть. Но в основном, конечно, уже это обыгранные ребята и до 15-летние юноши и девушки в нашем виде спорта. Это уже достаточно опытные игроки. Вырашальные матчи спартакиады пройдут у четвер и пятницу. Турнир прямая спорткомплекс «Олимпиец». Илья Соболев, Александр Артемьев. Новини региона.